Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение нашей карьеры за канал. Идет, друзья, у нас финишная прямая, скорее всего, уже осталось вместе с этим роликом, где-то, наверное, ну, 3 выпуска примерно. Давайте сейчас посмотрим весь календарь и с вами это мы и обсудим. Сегодня у нас в выпуске будет 4 матча, это матч против Вильяреала в гостях, который мы сыграем вторым составом. Первым составом мы выйдем против Мадридского Реала, это ответный матч у нас дома, если я ничего не путаю. Мы победили их на выезде 1-0, там еще Варан удалился. Потом вторым мы сыграем против Эспаньола дома. И первым мы сыграем против Валядолида на выезде. Ну и все. А в следующем выпуске уже будет, если мы все-таки обыграем Мадридский Реал, будет финал еще Лиги Чемпионов. Так что Асасуна, Депортива здесь будет в выпуске. Ну и вот здесь вот, наверное, где-то в этих числах, в начале июня, либо в конце мая. Ну можно, да, здесь 25 по 31 где-нибудь засунуть матч, конечно. Вот, будет матч финала Лиги Чемпионов. Это будет у нас, получается, второй выпуск, ну, первый сегодня, типа, второй следующий, вот, с Лигой Чемпионов. Так что следующий будет уже финал Лиги Чемпионов, если получится. Ну, а дальше уже, кому интересно, можете сразу же удалять плейлист со своих каналов Ютуба, потому что мы будем начинать чемпионат Европы со сборной России. Здесь в первом выпуске мы сыграем весь групповой этап, а дальше будем уже смотреть, то есть как играли чемпионат мира, мы вроде, да, играли за сборную Италии, мы дошли до четвертьфинала, если я ничего не путаю. Вот, здесь мы вроде уже сразу, если выходим из группы, попадаем в четвертьфинал. Так что матчи будут интересными. На выпуска, ну, чемпионат Европы, один выпуск это групповой этап, второй выпуск это, наверное, четвертьфинал и полуфинал. Но если там все хорошо сложится, то я действительно в два выпуска сделаю именно чемпионат Европы за сборную России здесь. Так что вот, два выпуска здесь и два выпуска тут. То есть, 4 выпуска вообще, друзья, у нас уже в целом остается. Давайте начинаем пресс-конференцию, мы играем вторым составом. Итак, Вильяреал сможет догнать вас, как считаете, мы лучше играли? В прошлый раз мы минимально вроде как победили Вильяреал, нам сейчас говорят. Все, и меня интересуют только трофеи. Заходим мы в офис, найдем все-таки матч против Вильяреала. Мне интересно стало уже, когда у нас команда такая собранная, все замечательно, мы мало очень пропускаем. Очень редко даже, поэтому стало интересно смотреть, как мы раньше играли против этих команд. Вот Вильяреал. 2-1 мы победили их дома. То есть они нам бой прям дали тогда. Вот мой состав в рейтинге, я смотрю. Кстати, Семедо 84-м стал. Обогнал Роберто, так они на равных были. Ну а здесь Миранчук вроде в 81-м был, сейчас 82-й, тоже замечательно. Все, мы начинаем. Выездной матч Барселона против Вильяреала. Играем мы в домашней форме. Замечательный стадион Эстадио де ла Керамика. Поехали. Итак, последний матч, я не знаю, до какого все-таки матча будет у нас все решаться. У нас сейчас идет отрыв в 6 очков. Так что понятно, что, наверное, за 2 тура до конца уже будет известно, станем ли мы чемпионами, либо за 1 тур. Ну, если Атлетика потеряет свои очки, будет замечательно. Не знаю, будут ли они играть там в концовке с Реалом, или они все уже матчи с ними сыграли. Но даже Реал вряд ли обыграет Атлетик, потому что они их обыграли на выезде, вроде 2-1 был матч чемпионата, это я запомнил. У нас матч Вильяреал-Барселона, поехали. Играть еще им очень приятно. И все-таки мы пропускаем. Вот так вот, давным-давно мы не пропускали. Последний раз, я не помню, против кого мы пропустили. Против Наполи, что ли, в Лиге Чемпионов там. Я не помню, действительно, но вот Вильяреал на выезде нам забивает. И заметьте, мы именно начинаем с этого матча. С этого матча мы начинаем нашу серию. И так у нас часто бывает, что первый матч, который мы начинаем на запись, он у нас и, ну, можно так сказать, подпарчивает, да и портит нашу статистику. Это действительно обидно. Что вот пропускаем, хотя у нас оборона просто невероятно лучшая оборона в лиге. Ну и Морено забивает свой 23-й мяч. Но все-таки нападающий, да, действительно. Поэтому Миранчука. Опа, как быстро-то сейчас все получилось. И как же еще Чалов голевую такую отдал. Что сейчас сделал Федор Чалов? Вы просто посмотрите на эту голевую. 61-я минута, Сауль сравнивает счет. Просто невероятный забивной у нас полузащитник. Раскрылся под конец сезона. Но что сделал сейчас Федор Чалов? Вы просто вот здесь вот посмотрите. Он Рабоной отдал голевую передачу, причем не навесную такую, а именно от земли.
Это просто покатил, еще замечательно здесь. Сауль обыграл вратаря, еще коленкой по лицу ему зарядил. И это 9-й гол Сауля. 9-й. У меня Миранчук с Чаловым там вместе 20 мячей забили. 10 на двоих. И Артур делает еще 2-1. Вот она, камбэчная. Камбэкнули минимально, но камбэкнули, друзья. Все-таки все равно приятно. Это волевая победа. Проигрывали 2-1-0 мы проигрывали. Ну вот довели счет до положительного в нашу именно пользу. Здесь хорошо еще Чалов просто закрыл обзор голкиперу, не дав ему дальше пройти. Но Артура это 4-й гол. Полузащитники у нас сегодня очень хорошо играют. Минимальная победа Барселоны над Вильяреалом. Так же, как и был матч дома у нас в сентябре. С таким же счетом мы и обыграем Вильяреал. Они нам забили первые. Вот это атака их. Но гол все равно был у них красивый. Но Сауль лучший игрок. 5,87 у него оценка. 5,4 вот по ударам по повороту у нас. Так что равные шансы были у нас с Вильяреалом сегодня. А почему Альба так и не вышел? Потому что он будет играть с Реалом ответную игру. Что непонятного? Мы не проиграли на протяжении 34 матчей. Там Атлетика, наверное, тоже выиграли свою игру. Против Малерки они играли. Я что-то не посмотрел. И все. Конференция на этом заканчивается. У нас матч против Реала. Полуфинал Лиги Чемпионов. Перес. Что-то про деньги, наверное, опять. Да, про деньги. Скажи, что ты стоишь эти деньги. Но он доказывает. Я ему хотел 20 миллионов, ему отступных нет. Агент сказал, что за 20 его вряд ли кто-то купит. Давайте 15, там 400 вроде. Ну что же, Барселона-Реал, очередное и, скорее всего, последнее Эль Классико, но действительно, больше никак ни в каких турнирах мы не сможем встретиться с ними. Так что последнее Эль Классико мы должны провести его с высоко поднятой головой. Матч важный. Де Йонг в хорошей форме, да, согласимся. Мы практически уже прошли. Нет, мы у клуба Реал Мадрид выиграем. Ну, действительно. Так, ну что, Барселона Реал. Последний матч в полуфинале. Вообще, на нашем домашнем стадионе это последний матч в Лиге Чемпионов. Либо он станет выдающимся, и мы сыграем следующий матч в финале. Либо все-таки мы так и завершим матч на Камп Ноу. Мы забили один гол на выезде, нам уже как бы в плюс. Если мы сейчас забьем еще один, то надо будет забивать Реалу 2. Поэтому будет счет, если 2-1, они уже проходят. Так что будем за этим следить по ходу матча. Расстановку увидите на своих экранах, никто в рейтинге не поменялся. Поехали. Так, разминаются игроки Барселоны. Сегодня для них это важный матч. Нас за все время, давайте-ка вспомним, ни разу вроде не обыгрывал мадридский Реал дома. Мы обыгрывали их дома всегда. Единственный раз мы всего лишь за те, сколько я считал, в том выпуске 7 матчей вроде. Один раз мы всего лишь проиграли Реалу, и то это минимально было 1-0, благодаря тому, что Рамос с углового забил. У нас матч Барселона-Реал Мадрид. Ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов. Поехали. И вот так вот потихонечку мы пытаемся выходить. И как же замечательно. Нет, не было ни офсайда никакого. Рамос, рук свои убери. И Рамос, видели, что Рамос сейчас сделал? Он шел в подкате, он думал, что будет как с Вараном, но нет. Мильтау на поле, если я ничего не путаю, вместо Варана в сегодняшнем матче. Но он и в прошлом матче доигрывал за Варана. И замечательно, Неймар, которого сватали в мадридский Реал, он забивает. И все замечательно. И я просто здесь бежал уже до последнего. Я думаю, сейчас реально меня собьет Рамос. Но вы посмотрите, он шел в подкате. Он шел не в мяч, он шел именно в ногу. В надежде на то, что он собьет игрока. И уже там с пенальти может быть Куртуа потащит, либо игрок сам не забьет. Но Неймар с игры забивает в ворота мадридского Реала. И это отлично. 32-я минута. 6-й гол Неймара в Лиге Чемпионов. Молодчина. Неймар. И это все. Это точка, друзья. Барса громит. По общему именно счету я говорю 3-0. Реал. Жезу забивает с голевой от Неймара. Замечательно здесь все сделал. Во-первых, Неймар ушел и в центр. Хорошо открылся здесь Жезус. Здесь хорошо будет видно. Все уже три игрока, смотрите, обороны стянулись на Неймара.
И только Марсело один, наверное, добегая все-таки до Неймара, остался здесь с Жезусом, но все равно не успел. Рядом с ногой у Курта мяч пролетает. И это 2-0 в сегодняшнем матче. Жезус забивает пятый мяч в Лиге Чемпионов. Мы выигрываем 3-0 в общей сумме. Я думал сейчас. Вот, и потом обыграли 2-0 дома. Как Жезус сейчас забивает? Я просто сейчас сидел, разговаривал. 3-0, разгром Барселоны. В сухую мы обыграем Мадридский Реал в полуфинале Лиги Чемпионов. Вспоминаем мы, с каким счетом мы постоянно обыгрывали Реал. 4-1 мы их обыгрывали на Сантьяго Бернабео, потом 2-0 на Камп Ноу, получается, в полуфинале Кубка Испании в ответном уже матче. Вот. Ну и прошлый матч 1-0 мы их тоже обыграли на Сантьяго Бернабео благодаря голу. Кто там бил-то? Я забыл. Я действительно забыл. Неймар. А нет, Гризман. Гризман вроде как забил в прошлом матче Реалу. Ну что это сейчас вот происходит? Вы просто гляньте на это, а? Де Йонг забивает четвертый. Левой ногой нерабочий. Фрэнки Де Йонг забивает. 5-0 Барселона. В общем счете выносит Реал из Лиги Чемпионов. Но это просто замечательно. Барселону никто не остановит. Я не знаю, кто будет с нами играть в финале Лиги Чемпионов. Сити либо Атлетика. Но против Сити я бы сыграл. Вот это действительно. Тут еще как лягушку такую пустил сейчас Де Йонг. Против Атлетика мы играли, мы их всегда выигрывали, поэтому интересно было бы мне сыграть против Манчестер Сити, команда, которая в реальной жизни получила Лига Чемпионский бан, и тут еще коронавирус, то есть не дали им вообще даже доиграть этот сезон, никому не дали в Лиге Чемпионов, но на данный момент, может, и будет продолжено. Вот. 4-0 Барса громит Реал. Это самая крупная наша победа. Мы забивали уже как-то 4 мяча Реалу на Сантьяго Бернабеу, но тогда мы все-таки пропустили. Здесь это замечательная победа. Вот, я с Зиданом сейчас пообнимался. И мы проходим финал Лиги Чемпионов. 5-0 в общей сумме мы вынесли Мадридский Реал. В сухую. Ну и я жду сейчас после пресс-конференции результата матча Атлетика Манчестер Сити. Ну, Сити, да, здесь в гостях победил их 2-1, так что еще не скоро, но попозже немного. Наверное, завтра будет сыгран матч ответный у них, но это будет тоже интересно. Ну, давайте. Де Йонг забил, действительно, все комплименты заслужены. Жезус дубль забил, молодец. Поздравляю вас с победой, мы в финале. Теперь нам нужно действительно доказать, кто мы на самом деле. Ясно вам? Так, вопросы подошли к концу, но замечательно. Сроки заявок на чемпионат Европы. Давайте прямо сейчас этим и займемся, почему бы и нет. Сборная России. Ну, смотрим. На воротах у нас Гильермин, тут справа нам показывают. Лучше здесь Лунев и Акинфеев, так что я их пока что и оставляю. Дзагоев, ЦПшник, да. У нас есть Миранчук. Кузяев. Даже Кузяев уже 78, так что Загоев 76 нам не подходит. Цопник у нас Зобнин 80, поэтому Газинский там, Баринов тоже нам. Ну все, а дальше нам что на них смотреть там? Живоглядов 71, у меня на правом защитнике Игнатьев 73, так что не надо. Все, здесь мы вызвали, и теперь давайте собирать настоящую сборную России. На воротах у нас будет, мне кажется, все-таки, ну посмотрите, вот по статам. Вот по статам действительно здесь Лунев что-то получше прям, поэтому будем так. Слева в защите у меня Жирков, чисто из-за рейтинга. В обороне в центре будет Кутепов и Джике. Спартаковская связочка. Справа Фернандес, естественно. В нападении справа я все-таки оставлю Бакаева. В обороне у меня, ну, Цопник, Зобнин. Здесь у меня Головин. Я бы его даже бы вот так бы как-нибудь поставил. ЦП. Вот. А Зобнина вот прямо вот сюда. Цоп. А Головина можно вот как-нибудь вот сюда вот? Я бы вот сюда бы его поставил, но пусть он как-нибудь здесь будет. Ладно, ЦП. Все, Головин здесь по рейтингу действительно заслуживает. Миранчук, Алексей, который именно у нас. Слева у меня будет Черышев. В нападении у меня будет все-таки Федор Чалов. Федор Чалов будет в нападении. Все, первый состав вот такой вот я собрал. Вот. Давно я вообще не менял, наверное, как стал тренером сборной России, я вообще не менял составы. Дальше, во втором составе, естественно, Акинфеев, Щенников, Семенов, Кутепов был в первом, поэтому здесь будет, наверное, все-таки Васин.
Игнатьев, Жамалетдинов, Антон Миранчук, Кузяев. Кто там у нас еще? Да никого больше нет вроде. Мирзов, Чалов вот отсюда уходит, становится сюда Дзюба. Я вот не знаю, кого все-таки мне поставить на острие. Ну так-то видно, что Смолова надо. Дзюба пусть будет таким цапником, как у него вроде и стоит, я не знаю, здесь. Таргетмен, наверное, он все-таки такой игрок. Поэтому он по статам очень плох по сравнению с Федором Смоловым. Вот посмотрите. Все абсолютно статы, кроме физики, у Дзюбы, ну это из-за веса, из-за роста просто такой атлет. Вот, поэтому будет на цапнике распихивать защитников, отдавать сквозные передачи на Смолова. Так что будет, мне кажется, классно. Ну вот, два состава мы собрали. Мне кажется, очень классные. Ну, здесь вот Головин, да, немножко подпрыгнет. Зобнин в оборонке. Все-таки это первый состав у меня будет таким играть. Вот. Сейчас у нас отрыв все так же 6 очков. Стал нам известен соперник по Лиге Чемпионов в финале. 12 миллионов нам добавили. Ну что же, вы готовы узнать, кто наш соперник? Я? Нет. Ну, я все-таки действительно даю шанс Сити, потому что они все-таки на выезде обыграли 2-1 Атлетик, так что должны сейчас. Смотрим. Сити, замечательно. Мы смотрим встречу 30 мая, так что вот. Ну, тут еще и 2-0 они их обыграли дома у себя в сухую. Так что мы сыграем против Сити. Два великих клуба Сити в финале. Гвардиола против своего бывшего клуба встречается. Ну, как сказать, просто с которым он работал. Лингли, я подумаю насчет тебя. Ну и все, мы будем играть в финале Лиги Чемпионов с Манчестер Сити. Проведем пресс-конференцию перед матчем с Эспаньолом. Тоже важный у нас соперник. Это дерби Барселоны. Тут никаких сомнений быть не может, кто победит. Вы одержали блистательную победу. Команда великолепно играла. Это я про свою сейчас говорю. Ну и все. Мы начинаем матч против Эспаньола дома. У нас отрыв 6 очков. Играем вторым составом. Хоть и первый у меня тут даже готов. Но нет. Вот. Домашний матч. Барселона, Эспаньол. Ливень на стадионе. Поехали. Итак, у нас дерби Барселоны. Матч Барселона, Эспаньол. Интересный действительно тоже матч. Команда хорошая против нас сейчас играет. Мы играем дома. Здесь мы вынесли 4-0 Мадридский Реал в полуфинале Лиги Чемпионов. Это просто мой великолепный состав. Эти матчи будут занесены, наверное, в музей Барселоны. Напишите, кстати, в комментариях, сколько вообще матчей максимум за один именно сезон, а не календарный год, сыграла Барселона против Мадридского Реала. 7 раз именно у нас мы сыграли, вот. Так что мы сейчас посмотрим, максимально ли количество раз мы сыграли, но вообще мы в каждом турнире встретились, так что вот так вот нам повезло. Да и вам повезло видеть, что из 7 в 6 матчах Барселона победила. Чалов. Отлично, здесь Сауль открылся, и Сауль забивает очередной гол. Друзья, что за Сауль у нас открылся в конце сезона? Невероятный игрок, забивает практически в каждом матче у нас. Супер, супер бомбардир с позиции полузащиты. Я даже немного так придержал мяч у... Ух, какой гол! Жерар Пике с углового. Это вроде вообще первый гол Пике у нас карьере сейчас. Поздравляем его с забитым мячом под конец сезона. Капитан, тем более, второго состава. Дардер. Нет. Все-таки забивает. Это такое вот, знаете, уже, наверное, все болельщики Эспаньола понимали, что сейчас забьют они, потому что мяч очень долго летел. Но это обидно, друзья. Именно из-за Нетто мы вот выпуск сегодня два мяча пропустили. Минимальная победа Барселоны над Эспаньолом. Со счетом 2-1 мы их обыгрываем. Очередной наш матч выигранный и отлично. 2-1. Пике лучший игрок матча. Пике в прекрасной форме. Барселона не проигрывает. Мы непобедимы на протяжении 35 матчей. Клуб Испаньол был не готов к нам. И действительно ценю, Лингли говорит, что мы его выпускаем. Проведем тренировку. Терштеген качнется? Нет. Наверное, следующая тренировка, и Терштеген будет 92-го рейтинга. У нас, кстати, в 6. Ну да, так и остается, все, 6 очков у нас. 99 у нас сейчас очков. Остается 3 матча у нас. 2 в следующем выпуске, один сегодня вот последний.
Я так понимаю, или нет? Ну, Атлетик сыграли уже свою игру, так что они выиграли. Проводим пресс-конференцию перед матчем выездным с Валедолидом. Так, мне нет сомнений, что трофей будет нашим. Ляпорте в прекрасной форме, ротация важна. Он сегодня выйдет, кстати. Меня интересует только трофей. Все. Первым составом мы выходим на матч против Валледолида. Практически сейчас будет тренировка состава перед матчем с Манчестер Сити в Лиге Чемпионов. Там еще у нас два матча после Валледолида. Ну да ладно. Стадио Жозе Цорилья или Зарилла, я не знаю. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, последний у нас сегодня матч на выпуск. Матч против Реал Валледолида на выезде мы играем. Но здесь у нас играет именно первый состав. Можем себе позволить играть так, как мы хотим. Состав все-таки у нас невероятный, сложенный. 4-0 этим составом мы обыграли Мадридский Реал в полуфинале Лиги Чемпионов. Ну и теперь Валледолид, очередной Реал, между прочим. Так что будем сегодня обыгрывать их, я надеюсь. Месси, 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 Месси! Это 13-я минута. 1-0 Барселона выходит на выезде. Месси давно, кстати, не забивал у меня голов. Примерно так же, наверное, как и Дембеле. Я не знаю сейчас, какой-то вообще гол на его счету. 11-й, кстати. На один больше, чем у Мирончука и у Чалова. Гризман забивает мяч. 81-я минута, 2-0. Вот так вот быструю контратаку получилось сейчас сыграть. И это как раз таки получилось. Очень красиво сыграли. И неплохо. Гризман на Месси. И Месси делает счет более разгромным 3-0. Быстро сейчас разыгрались. И Месси забивает третий мяч. Дубль в сегодняшнем матче. Все супер, мне кажется, получилось. Уверенная разгромная победа Барса над Валедолидом. Радуется. Значит, все, мы стали чемпионами. Дубль Месси и гол Гризмана нам приносят, так сказать, чемпионские медали. Именно сегодняшний матч стал решающимся, ну и все. Остается у нас там два матча, но даже если мы их и проиграем, Атлетика будет только с нами равенство в очков, но там, наверное, по тому показателю, что очную встречу может быть, мы все-таки все равно становимся чемпионами, друзья. Наше третье чемпионство, и что-то вот так не показали нам. Значит, не сейчас все-таки чемпионство будет, да, наверное? Но это все, что нам показали, как они празднуют и все. Ну ладно. Поздравляем с заслуженным титулом. Ну все, значит, мы стали чемпионами. Наверное, на домашнем только стадионе нас будут награждать. Для Порте все комплименты заслужены. Месси стал настоящим героем, забил два мяча. Все супер. Молодцы, ребята. Все, что я могу сказать. Ну, Месси отметился дважды. Клуб Барселоны выиграли у Валледолида. Все. 102 очка у нас, 6 очков лидерства над Атлетико. А Барселона. Так, продолжает беспроигрышную серию. Так. И берет титул. Ну вот, до финиша две игры осталось, значит все, мы выиграли, раз уже даже такие новости. Ну, наверное, в следующем выпуске мы все-таки возьмем чемпионство, уже просто поднимем этот трофей, именно в домашнем матче против Осасуны. Потом у нас в мой день рождения матч против Алавеса на выезде. И матч против Манчестер Сити через там 6 дней после Депортива. Ну и дальше там уже чемпионат Европы. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.